Скажите, чтобы мне считать ошибки. Написать. Отсутствует вообще. Так, сейчас мы посмотрим. Регулятор холостого хода. Работает. Регулятор работает нормально, исправно. Ну, что-то он хочет отключать его. Так, сейчас мы выйдем. Почему-то он его не отключает. Вот все. Я его активировал. А он не хочет вырубаться. Так. Две ошибки по блоку. Но это дверь. Это что-то у нас. Контакт. Пин. Контакт. Zev Drive. 04. Так. Еще раз. Не уходят эти ошибки.